как будет смачно. Лёха! Hey, what's up, ребят? И сегодня кто-то из нас окажется в непробиваемой подводной клетке, из которой ему нужно будет выбраться. Правила здесь максимально простые. Выбираться через верх нельзя. А еще за выполнение заданий тот, кто находится в клетке, будет получать разное крутое оружие, с помощью которого сможет выбраться и победить. Хорошо. Ну, Даник, точно ты сможешь. Я не полезу туда, там холодно. Но на самом деле, давайте тянуть, кто туда полезет, потому что я туда не хочу лезть. Чего нет? А. Так ты полезешь, давай. Не, не полезу. Ну, последним всегда везет. Так, да. О, мы оторвемся сегодня. О, как будет смачно. Смотри, какую тебе нужно было вытянуть. Вот такую. Да. Пока, пацаны. Я не участвую в этих челленджах. Он сейчас прыгнет в эту холодную воду, а мы будем в тепле. Блин, нормально, меня так приковали клетки, классно придумали. Слушай, Леша, у меня один вопрос к тебе. Как вообще водичка? Очень-очень холодная. Да нормально, водичка. Блин, Леша у нас хладнокровка, и он ненавидит, когда холодная вода. Хладнокровка именно, дайте мне выбраться. Нет, он теплокровка, так он боится холодного. А давай поговорим, а потом начнем проводить. Нет, как дела? А, как у меня хорошо дела? Блин, что сегодня будем делать? Как после съемок? Может, пойдем. Пошли сейчас в баньку. А, пошли, там же тепло. В баньке вообще хорошо. О, сколько тут градусов? О, тут знаете сколько? 75 градусов, ребят. Хорошая банька. Лёх, как тебе там? Классно, я же привык. Алексей, Алексей, твой первый челлендж готов? Давай любой челлендж. Смотри, у нас есть три дротика. Да, давай все брошу. Не, меня не надо бросать. И видишь три яблочка? Да, вижу. Тебе надо попасть этими дротиками в эти вот три яблочка. Давай. То есть попасть прямо в яблочко. И за это ты получишь кусачки, которыми откусишь себе свои наручники. Давай быстрее, отходи. Отходи. А, лучше отойду, он злой, блин. Опа, нет. Давай хотя бы в одно, Лёха. О, ну это было близко. Лёха, в одно. Блин, ладно, мы дадим тебе еще одну попытку, потому что мы... Спасибо, хотим... спасибо, отходи, я сейчас замерзну, просто стоять на месте, это нереально. А что рукой сложно? Давай, Лёха, попытка 107. Я же попал в яблоко. Ну, в принципе, да, ты попал. Засчитаем ему, да? Ну, знаешь, я так сейчас подумаю, подожди. Кусачки мы отсюда отпустим, все будет нормально. Считай, ну, брат. Ладно, ладно, защита. Спасибо, давай, ты кусай. Ну, это первый последний раз. Хорошо, в следующий раз все будет хорошо. Давай. Это твое первое оружие, которым ты сможешь себя освободить. Оба, наконец-то, блин, рука уже затекла в этих... Только не укуси руку. Я пытаюсь. Давай, Лёха. Да я пытаюсь, оно вообще не кусает. О, давай, вон. О, да, я выбрался, забирайте свои штуки, а кусачки мне оставьте. Сейчас буду пытаться выбраться. Так, может быть, а пробуем откусить железо? Ладно, Дань, пойдем, мы оставили его с кусачками, пошли пока что в баньку. Попьем теплый чаечек. Короче, Стас, ты видишь, как Леша холод, он же у нас мерзлячка такая вот. Да, я вот думал, что дать ему гидрокостюм где-нибудь в конце, но сейчас мне кажется, что лучше дать его сейчас. Да, то он просто не выдержит и просто как-нибудь ускользнет с этой клетки. Короче, я предлагаю, смотри, у нас есть мяч, у нас есть кольцо. И кто из нас попадает, там, тот Лехе дает гидрокостюм. Ну давай. Смотри. Не знаю, зачем это го. Я не знаю. Я плохой. Ребят, пока Стаса дает гидрокостюм Леша, я хотел вам кое-что сказать. Вы же узнаете, что за бассейн, в котором мы сейчас снимаем? Мне кажется, конечно, да. Этот бассейн из ролика там, где мы пытались ограбить миллионера. И представляете, этот чувак разрешил нам снимать ролики в своем бассейне. Поэтому, ребят, напишите в комментариях, какие бы вы хотели увидеть ролики с этого бассейна. И пишите их быстрее, потому что этот чувак может в любой момент передумать и больше нам не давать снимать в этом бассейне. А мне кажется, этот бассейн вообще суперский. Поэтому быстрее пишите, а я пойду уже подготовлю следующий челлендж и потом пойду к Стасу. Так что пишите, пишите быстрее. Блин, Стас, это просто имба. Спасибо, что дал такой костюм. Короче, Лех, я рад, что тебе понравилось. И, ребята, знаете, зачем я ему дал? Потому что эта клетка очень прочная. Ну просто подумайте, здесь металлические прутья, металлические трубы, цепь, каркас из дерева. Ее просто, ну блин, очень долго можно рушить. Я чувствую себя прям супергероем в таком еще, знаешь, обтягивающем костюмчике. Радиоактивные люди. О, Даник идет. Да. Иди сюда. Короче, Алексей, Алексей, Алексей. Ты же знаешь, что ты сам себе на кучу сделал, что вы дали мне костюм. Мы сделали мы так, друзья, чтобы ты мог рушить ее, понимаешь? А так бы ты... Да-да-да, мы бы снимали эти видосы часов 10. А что это у тебя? Это маска, Леха, Макс, маска. Макс? Макс, маска для лица. Давай любую маску, что мне делать с ней? Тебе надо выполнить челлендж, чтобы ее получить. Она какой, же тебе надо? Какой? Короче, Леха, тебе надо задержать дыхание на одну минуту. Я не смогу. Почему?
Это нереально. Ну тогда он не получит маску. Леха, целая маска, ты можешь под водой рубить, ты понимаешь? Смотри, что я тебе скажу, тебе по-любому нужно будет нырять. И если ты будешь нырять без маски с носом, то вода будет попадать в нос. И ты такой... Будешь тонуть. Смотрите, он опять замерз, он превратился в пингвина. Цена, я вас просто обманул. Он сейчас упадет, ударится головой. Потому что... Ему, походу, реально холодно до сих пор. Вообще пингвин здесь я. Даня, какой челлендж? А, минута. Короче, минуту продержаться минуту под продерживаешься, водой. И очки супер модные. Давай, засекай. Готов? Раз, ту, фо. Это не 4, а не 3. Да он, все, он ему плевать на твои шутки. Короче, как ты думаешь, он сможет минуту продержаться? Ну, не знаю, уже целых 8 секунд. Помнишь, у нас был видос, где он 4 минуты продержался? Да. Так что он на изи продержится, ты чё? Ну, хотя он уже потерял форму, посмотри, он всплывает как губка. Блин, ну сколько уже прошло? Мне тихо, Лёха, он сейчас может удариться. А не, умный. Уже 30 секунд прошло. Слушай, а ты не думаешь, что это очень жестко? Мы ему дали сейчас гидрокостюм, наушники так легко отдаем. Ой, очки. Очки. 5 секунд, Леха. 4, 3, 2, 1. Он меня слышит? А, он походу... Леха! Вылазь! Блин, он тонул, походу. Ладно. Да сейчас я его спасу. Это выдав на прогулке. Все. О, он аниме. Аниме-чан. Ты получаешь очки бодрости. Нормально, я считал, у себя у меня было минута ровно. Короче, мы тебя поздравляем, ты сможешь с этими очками теперь видеть все под водой, как Аквамен. Аквамен видит без очков. Ладно, настало время розыгрыша крутого оружия, например, топора. А? Топора? А? Да? Нет, я сейчас сразу сломаю. Нет, тебе кажется, под водой-то удары намного медленнее. Это фильмов только, да. Стас. Нет, ты вот сейчас увидишь. Мне кажется, он чуть-чуть выпендривается, понимаешь? Выпендривается? Надо пойти погулять, чайка попить. А, ну пойдем. Пойдем. Пусть пока тут погуляет. Пусть он поплавает в холодной водичке, поймет, что такое жизнь. Да я сейчас ее сломаю, да. А, ты, кстати, можешь руками тоже пытаться ее ломать. Сейчас сломаются. Так, у меня же есть кусачки, поэтому я сейчас просто ими поломаю все, пока они ушли, там я просто выберусь. Это все, что я смог откусить за все это время. Но на самом деле я понял то, что вот эти толстые прутья, это нереально просто. А вот эти маленькие металлические, эта штука кусает. Но все равно очень сложно. Так, давайте еще раз посмотрим, что там есть. Вообще, рунтур по клетке сделаю. Давайте я вам даже подсниму. В общем, я понял, тут слабых мест нет. Оно везде типа одинаковое, только там есть какие-то прутья, зазоры. Но они очень острые, и туда лучше не лезть. Ух, ладно, мне нужно оружие. Fireball. Короче, ребят, мы сейчас решили отдать Лехе вот такой вот топорчик. Чтобы он уже понял, каково это рушить клетку. А ему не слишком жирно это будет? Ну, во-первых... Топорчик? Не, не будет жирно, посмотри, он же тупой. Он вообще тупой. На меня похож чем-то. Да. Это во-первых, а во-вторых, посмотри, как в жизни можно замахиваться. Вот так вот. А под водой... Там реально все сложно, реально, да. Поэтому только осталось придумать, как мы его отдадим ему. Мне кажется, челленджи так надоели уже. Давай зададим вопросик один. Давай, какой? У меня есть одна классная идея. Какой? Ну вот и все. Ну что, Алексей Моисикей? Хорошо сидится здесь? Нормально, сойдет. Как успехи вообще, как лето? О, посмотри, что он сделал, дырка. Я там поломал пару моментов, пару ущелий, изучил ее и нашел много слабых мест. Короче, держи. О, спасибо, просто так? Нет, конечно же, не просто так. Ты удивишься сейчас от вопроса, который он придумал, я сам не знаю на его ответ. Ты должен просто ответить на вопрос и получишь топор. Любой вопрос, любой ответ. Помнишь, мы грабили Егорика? Ну вот не грабили, ролике. А пранковали. Пранковали, да. Да. Вот, и ты должен ответить, что Егорик у тебя спросил в самом конце ролика. Ну он спросил, типа, как отклеить от приставки клей. Что такое? Чего? Правильно? Стоп. А как отклеить PlayStation? Как клеить? Ацетоном там польешь, может что-то поможет. Откуда он это помнит? Правильно? Да. Я пересмотрю миллиард раз перед тем, как залить на канал. Нет, просто за то, что мы уже собирались концовку делать, а Егорик такой вкидывает вопрос. Блин, Лех, ну ты заслуживаешь топор. Давай. Но не рассчитывай, он тебе не так поможет, как ты думаешь.
А, мне очень хорошо поможет. Лёша, кстати, рушить можно только под водой. Так, всё, пацаны, я готов, я разрушу вашу клетку на изи. Так, рубить можно только в середине, да? Да, да, да. Так, ладно, погнали, что ли, так. Так, ладно, клетка вообще не ломается, но это топора. Попробую сломать в начале дерева. Это реально сложно. Я думал, будет проще. Так, под водой все мои удары чисто минус миллиард. Я бью с одной силой, а оно как будто замедляется и в 5 раз слабее бьет. Ладно, давайте тогда попробуем перекусить вначале эту сетку, а потом продолжим топором бить, потому что пока нереально. Такое чувство, что эта сетка чисто глушит весь удар. Фу, блин, это сложно, сложно, сложно. Капец, я думал, будет проще. Но пацаны, конечно, придумали челлендж. Так, первый кусочек клетки мы открыли. Вот такой вот он. Я очень сильно устал. Привет, Артём. И мне еще кучу всего тут надо сломать, чтобы из нее выбраться, но я думаю, у меня получится со временем, но получится, да, все, я уже устаю. Энергия очень быстро заканчивается, не знаю почему, но мы не будем сдаваться, немножко отдохну и продолжу ее месить. Блин, Стас, я так подумал, когда взял бананчики в руки и ножик, как он цепи разрушит? Ну, цепи, блин, там же есть замочки, и, блин, я совсем забыл про них, реально, он же цепи не сможет разрубить. Тогда, я же говорю, нифига себе ножик. Короче, у нас есть там замочки на цепях, и надо разыграть ему ключики. Ну, ага. Если он выиграет ключик, то он сможет открыть один замок, и все цепи попадают. Но там таких две цепи. А реально что, нет оружия, которое можно цепи разрубить. Даже пилой не получится. Не, почему топором можно? Да? Мне хорошо постараться. Как ты думаешь, что он вообще там сейчас сделал? Мне кажется, ничего. Мне кажется, он какой-нибудь пытался бревно разрубить, но ничего не получилось, потому что он мокрый, все такое. Не знаю. Короче, ребят, чтобы вы знали, мы не подготовили вообще никаких челленджев к этому видео. И поэтому мы не знаем, что ему дальше делать. У меня идея есть. Давай он банан за 30 секунд съест. Реально, давай, он немножко, наверное, проголодался там. Ну блин, я не знаю, такой челлендж, средненький. Ну смешно, наверное. Прикинь, как будет вот так вот. Водяная выдра из банана, это вообще смешно. Это вот так вот будет. За 30 секунд, давай, реально, Дань. Хорошая идея. Ладно, все, погнали. Ну что, Лех, как дела? Да нормально, я устал, мои оружия не помогают ничего сломать. Леша, что новое? Видишь бананчик? Ну, бананчик. Даня, смотри, что он сделал. Он ее раскусил? Да. А, я был голодный очень. Офигеть, да. Я думал, ты ничего еще не сделал. Нормально, ты покусал. Ладно, окей, Леха, ты молодец, молодец, хорошего очень. Спасибо, 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 дайте новое оружие. Смотри, Леха, если ты съешь его за 30 секунд, то я тебе дам от замка ключик от цепей. Вот так вот, понял? Блин, прикольно, то есть если я съем банан, ты мне дашь ключ от цепей, да? Ты реально мне дашь от этой самой прочной штуки? Конечно, это всего лишь бананчик. Стой, Даня, пошутил, это не челлендж, все уже давно готово. Чего это такое? Бананчик мы ему просто так покушать дадим. Лови. Ключ, да просто банан, нет. Вон, смотри, уж здесь уже все подготовили, Лёх, как ты мог заметить. Смотри, твоя задача просто, так сказать, разрушить эту башню. И все. Могу бананом? Да можешь чем угодно, Лёх. Просто... Хоть топором кинуть. Кстати, да. Лёха, давай, бананчиком. Нет, банан я даю. Держи, это твое оружие мёд. А я был кинул бананчик. Видишь, он захотел, чтобы я упал специально, он себя потянул. Давай, Лёх. О! Блин, я не успел, а хотел, чтобы... Я вдавил бананчиком, я вдавил бананчиком. А, да, не... Вообще так! Давай, молодец! А, нет! Он не стреляет! Давайте у новое оружие мне быстрее! Нет! Еще не сбил! Все, бананчик! А, реально? Дайте мне патроны, плюс, еще по-братски! Так, ладно, на самом деле, я же могу поближе стать! Так, не едемся! 3, 2, 1, давайте мне мое оружие новое! На самом деле, за твои старания я даю тебе ключ от замка. И ты сможешь... О, повезло, повезло. Офигеть, давай. Пусть хороший. А, смотри, от какого замка мы тебе не скажем. Короче, Лех, мы поняли то, что двум крутым таким и лайтовым ведущим быть не очень, поэтому сейчас у нас... Сейчас у нас есть хороший полицейский и... Плохой полицейский. Я сегодня строгий полицейский, так что жди. А я буду добрый, поэтому все будет хорошо. Кинет в злую воду. Стой, стой, я тебя не брошу. Я не брошу, а я плохой. О, щит.
Так, ух, надо открыть тогда замки, тут их вроде бы два. Вы просто обязаны поставить сейчас лайк, потому что я мерзну. А вы? Не уронил ключ. Ух, ладно, погнали. Алексей, слишком самоуверенно он думает, что он разрушит. Мне кажется, он вообще просто сольется и вылезет с этой клетки. Он не разрушит ее. Я ж плохой полицейский, я так буду думать. Он думает, что у него есть ключ от замков. От а замков? Нет, тут просто какой-то ключ на столе лежал. Вот это пранк! Ладно, ребят, если что, мы сейчас ему дадим настоящий, просто пранкуем Леху. Леха, ну что, подходит? А, ну он утонул. Слушай, давай его как-нибудь напугаем, давай вырубим везде свет, и он испугается, он такой типа, чё, уже ночь, вынырнет. Так, я вроде бы снял эту цель. Лёха, ты чё, уже ночь, нам уже давно домой пора, как ты под водой столько пробыл? Ну, Лёха. Уже ночь. А чё так стемнело резко? Всё, потемнело. Мы просто хотели увидеть рентген того, какой у тебя дом, а так все видно. Ладно, я покажу цель, ну, там, играйте дальше. Стой, Лёха, стой, я не хочу, чтобы ты мучился зря. Стой! Я захотел бы сказать, что ключ не настоящий. Тихо, смотри, вот сейчас опять голова высунется, я попаду. Может, в императора попасть, в Артема? Ну, Артема лучше не стоит попадать. А то он меня потом попадет сам. Спокойно, он еще не умеет. Ой, это был выстрел в спину. У меня нет патрона, но я успею. О, это будет испытание. До сих пор не вылез, он тонет. А, нет, Леха, знаешь что? Стас тебя стреляет. Забирайте свою клетку. О, целый квадратик и два. Ну, ты как в Майнкрафте. Кстати, ребят, чтобы вы знали, уже прошло целых 3 часа. Погнали, принесем сюда кольцо, побросаем мяч. Неплохая идейка. Да блин, это нереально просто. Фу. Не, ребята, это нереально. Я пробовал ее прокрутить, бил по ней топором, цепь вообще не ломается. Она была только с одной стороны, здесь второй замок. И мне нужно что-то потяжелее топора. Потому что без чего-то более тяжелого я не смогу выбраться. Какой-нибудь бы бензопилу реально было бы не лишней. Ладно, пока мне они ничего не принесли, я буду дальше кусачками ломать вот эти прутья, потому что, ну, что еще делать? Тратить просто время и мерзнуть в этой воде, это максимально будет глупо. А так хотя бы хоть что-то поломаю, пока их нет. Дай посмотри, что он сделал. Что? Мы отошли буквально пару минут, он еще вырезал пол клетки. Ты их ешь или что ты делаешь? Я уже все, у меня же пальцы болят, дайте мне другое оружие. Короче, знаешь, в чем прикол? Мне кажется, это все, на что он способен. Только этот слой сломать, больше ты ничего не сможешь. У меня оружия нет, этот топор не берет эти толстые прутья, не знаю, чего не сделать. Поэтому мы пришли к тебе с супер-мега-крутым челленджем. Ты должен забросить 3 3-очковых в это колечко. Хотя бы одно бы попасть. Ты думал, все так легко, я Леброн Джеймс, я любой шоты ставлю. Окей. Вот, один попал, типа, да? А что это произошло, я не понял. Нормально. Это наша помощь. Самоуверенно тут подойдет. Сейчас как лет. Ооо! Нормально, красиво было. Было красиво. Ну я уже понял технику броска маленького мяча. Смотри, кольцо, короче, двигается. Банально. Что достать? Бугор. Я не трогаю. Я попал, уже попал. О, у меня есть для тебя такое оружие прикольное. Дай. Блин, я хотел дать тебе лом, но я дам тебе не лом, понял? Ладно. Я дам тебе пилу, за что ты мне в глаз попал. Ладно, ладно, Стас, давай тогда принесу тебе пилу. Как ты хочешь. Ты там на суше в тепле, я сейчас просто помру, реально уже. Знаешь, что такое? Угадай, кто я. Да пофигу, мне крокодил! Нет, я рыба-пила. Так, у меня появился еще один предмет в инвентаре моем. Надеюсь, он мне чем-то поможет. Короче, мы уверены, что Леша там будет очень долго все это рушить. Мы решили попить чайку. Да, и у нас типа церемония чайная. Ну-ка. Чайная церемония. Ребят, пейте чай, очень полезно на самом деле. Ладно, как ты думаешь, Леха сможет вообще что-нибудь сделать? Мне кажется, что он только и на сетку гораст. Ладно, я не знаю, я пока что не слышу никаких громких звуков и думаю, что Леха уже устал. Конечно, он под водой. Блин, ребят, вот вы сами представьте, 4 часа рушить бокс. И я уверен, что Леха уже устал, выдохся и там сидит уже просто и всплыл.
Как тебе это? Слышишь? Да, я слышу. Леха стонет. Может, подойдем, посмотрим? Давай катку сыграем, и потом, да. Чур я за Шелли. Хорошо. О! Ультуй! Ультуй! Давай, я с тобой невозможно. Там Леон бежит! Так, фух, эта древесина мне все-таки поддается, я почти ее распилил. Только не с той стороны, с которой надо, сейчас я с другой попилю. И думаю, мы снимем еще один слой. Мы только если он вылезет, хлебнуть. Если он вылезет, я буду в шоке. Как ты это сделал, эй? Он не обращает на нас даже внимания, стоп, подожди. Ему даже лом не понадобился, он вообще все разломал. Что он показывает? Он общается с операм? А я, не, они случайно не в команде? Тихо, играли? Тихо! Да нет, 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 нет. Леша, аккуратно, пожалуйста. Офигеть, как мы вовремя подошли, вот это круто. Это было очень сложно, но я справился. Я могу вылезти? Да. Наконец-то. Победил, да? Наконец-то! Он победил, ребята, ставьте лайк. Алексей, скажите, что вы думаете об этом всем путешествии вашего в клетке? Да, каково это было? Это было очень сложно на самом деле, но я справился, повредил немножко кисти, руки, но это было очень круто. Это было интересно. Захватывающе, скажите. Да, в следующий вы полезете туда. По-моему, ребята, ребят, это стоит огромнейшего лайка, да, вашего. И написать в комментариях, чтобы ребята прокомментировали. Да. Короче, вы обязательно должны поставить много лайков, чтобы они полезли в клетку, потому что еще... они должны пройти через это испытание в холоднейшем бассейне. У меня еще пару вопросов. Как вы оцените прочность этой клетки от LM Team? Она очень крепкая была. Насколько? Из 10 баллов? Я не знаю, как я в конце ее порвал, но она, походу, уже просто от всех моих ударов немножко там покоцалась, и вот. Ну сколько? Из 10 баллов шкалы? Ну, сколько вы дали? Семерку, семерку. Семерку. Она надо на десятку. А вот ты на десятке будешь сидеть. Не хочу. Ух, блин, ну в общем, ребята, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и подписывайтесь на канал. Ну а с вами мы уже увидимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.